что делать, если вдруг залили клавиатуру чаем. И она теперь липкая, и компьютер, может, ее не видеть, или вообще какие-то клавиши не работают. Просто ложите в ванну и моете дождиком. Чтобы вода туда хорошенько проникла, во все щели вымыла чай липкий. А затем, когда вы помоете клавиатуру, вы просто просушите ее и все. Там денек-другой полежит, просушится. Теплее. И можно будет пользоваться. Заодно и клавиатура будет чистая, без пыли, без грязи, без всяких там крошек, соринок, липких пятен, жира, грязи, всего, что там было. Вот, пожалуйста. Таким вот образом можно почистить клавиатуру. Даже, кстати, можно помыть ее, реально помыть, взять и гелем для душа. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Вот это уже добренько. И намыливаем так хорошенько. Понажимать клавиши там можно, чтоб прям добренько было, чтоб вся грязь оттуда вышла. Вот сразу чистенькая стала, уже видно. А теперь. Так вот. Ну, а потом на просушку ее, да и все. Ну, а потом моя клавиатура сначала вот так вот стояла, стекала как бы. А затем я переместил ее на батарею. Вот у меня такая батарея. Она довольно-таки уже тепленькая.
сейчас, а вчера вообще было горячее. И вот сначала я так положил на батарею клавишами вверх, чтобы с них все испарилось. А потом через какое-то время, ну, вечером положил. А потом, когда проснулся где-то к обеду, перевернул вот так вот. И она еще так подсохла. Ну, и сейчас уже вечером, ну, грубо говоря, день на батарее. Она вот так полежала. И сейчас я уже ее достаю с батареи. Она как раз так вот на всю, получается, батарею лежит. Вот она. Идеально. Батарея как будто бы специально придумана для клавиатуры. Вот. Ну и сейчас ее достаем. Ну и вот она уже на столе. Сейчас будем ее подключать. Самое интересное, что те, кто смотрел начало видео, наверное, смеялись. Так вот, ха-ха-ха, моет клавиатуру. Но на самом деле, как же вы сейчас удивитесь, когда я ее подключу, все будет нормально. Ну и вот сейчас мы ее подключим. Берем. Вставляем. Ну и когда подключили, получается, про этом сериал, я не знаю, можно ли показывать сериалы на Ютубе. Ну вот, она уже горит. Вот, пожалуйста, ну, лок. Вот, пожалуйста, скролл-лок. Все работает, подсветочка вся работает. Ну, то есть, как я и сказал, если все сделать правильно, все будет хорошо. Потому что чай – это тоже вода, которая липкая, она, соответственно, может там какие-то клавиши зажать, ну, то есть они слипнутся в нажатом состоянии, и будет несколько клавиш нажато. Естественно, когда вы будете подключать, у вас там будет обычно что происходить. Или, ну, если, например, у вас там полклавиатуры зажмется. А так вы все смыли, все это липкое, осталась просто вода, вода высохла, все, и там уже ничего не нажато, все сухо, все хорошо. И вот сейчас вот можно каплок нажать, вон он каплок загорелся. Выключаем. Вот, пожалуйста, все работает. Можно... Ну, она работает, да, на это. Я бы мог показать пробел, если нажать, сериал начнется. Но, скорее всего, сериалы нельзя показывать. Вот, поэтому такие дела. Ну, и вот я открыл документ Word и могу сейчас показать. Нажимаю вот клавиши. Они пишутся. Чтобы я не нажимал, все работает. Могу по цифрам пройтись. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ну, пожалуйста. Удалить можно. Ну, короче, все работает. Я не вижу такого, чтобы что-то не работало. То есть, все отлично. Такие делишки. Так что, в принципе, клавиатура... Клавиатура рабочая. Вот я нажимаю Backspace, и оно все удаляет. Все то, что нужно было просто промыть, просушить и все. Так что, если вы залили чаем или чем-то еще, можно просто промыть, даже не разбирая ее. Я думал, может, разобрать. Не надо разбирать. И наверняка те, кто сейчас смеялся в начале видео, сейчас будут удивлены, что вот она клавиатура, это ту, которую мыли прямо в ванной с шампунем. Не, ну шампунем клавиатуру помыть я такого еще не видел, конечно. Но я догадался, как бы вот помыл клавиатуру шампунем, водой, и, пожалуйста, вот просушил, день на батарее она полежала. И сейчас все клавиши работают, пробел, вот все работает. Ну, лок можно включить, там клавиши понажимать. Интер. Вот, пожалуйста, все работает. Backspace тоже можно. Все работает, все отлично. Минус, плюс, все это все работает. Вот, так что, если у вас такие же проблемы с клавиатурой, вы ее залили, как я, то можно ее, просто нужно, чтобы вот этот день, пока вы не будете ей пользоваться, у вас было чем другим пользоваться. Ну, или если вы просто будете, например, знать, что вы в следующий день не будете пользоваться компьютером, например, у вас там работа, там учеба или еще что-то, просто помыли ее водой, шампунем, ну, промыли сначала водой, потом шампунем, ну, или просто водой промыли, поставили, чтобы она стекла, потом положили на батарею, и все. Ну, чтобы основная часть воды стекла, потому что там же будет много воды, когда оно все течет, тогда как бы уже можно ложить на батарею, чтобы остатки там уже досохли, это уже без проблем. Потому что если не дать ей стечь и сразу положить на батарею, то тогда у нее, ну, как бы, она будет долго высыхать, потому что там много воды будет. А если все стечет, там какая-то капелька где-то останется, то не проблема, будет ей подсохнуть. Вот.
Так что я все, уже снова ей пользуюсь, нет проблем. Ну, а на этом все. Всем покедова.